Здравствуйте. Ну что, настало время босса этого эпизода зимнего. Ну, наполовину зимнего, наполовину базы. Тем не менее, это вот такой вот робот, и он бессмертный. Ой, бессмертный, его нельзя нашим стандартным оружием поранить, поэтому... Поэтому пока что мы отступаем. Он за нами все это разрушает. Ау. Окей, ладно. Так, наверное, даже лучше. Мы получили немножко ускорения. И при выходе на улицу мы также продолжаем отступать. Что нашего паренька ничем не остановить. Он просто рушит все на своем пути, лишь бы добраться до нас. И Сэма даже уже холод не беспокоит в этом случае. Там сердце на заднем плане, это очень мило. Мы бы определенно успели его взять. Вообще, это довольно скучная секция, надо признать. Я бы робота помедленнее двигаться заставил, а впереди нас... врагов каких-то, чтобы мы могли их отстреливать, и если там отстреливаешь слишком медленно или как-то косячишь, что тебя и враги могут забить, и робот до тебя добирается и так далее. Это было бы, наверное, интереснее, но и есть что есть. Но в какой-то момент сейчас должен стрелять, либо когда вы по какой-то причине сможете от него убежать быстрее. Либо еще как-то. Сейчас он уже должен, потому что мы уже подбираемся к вертолету. Да. Так, упс. Ой. Ладно. Я не знаю, как я жив остался. Я, кажется, застрял в воротах. Так, мы садимся в этот вертолет и стреляем по нему. Сбиваешь мои ракеты лазером. Не обращал внимания, что он так может делать. Ладно. Новые ракеты можно добыть вон на тех площадках. Они вот зеленым подсвечиваются. И надо следить также за роботом. Он также, как видите, умеет летать. И он очень любит таранить. И это, как правило, мгновенная смерть. Собственно, вот это вот и вся механика этого боя. Оп. Это было близко. Говоря, тут мало что можно сказать. Просто летаем, стреляем, уклоняемся. Периодически хватаем еще боеприпасы. И в какой-то момент босс будет повержен. Да, это довольно сомнительное сражение с боссом, на самом деле. Это еще одна из таких достаточно низких точек в этой игре. Его можно было бы сделать интереснее, как я уже говорил, там, что не так быстро за нами гнался, но просто преследовал, чтобы было такое вот давление. И вперед мы прорывались там через, я не знаю, клиров каких-нибудь. Просто еще там, чтобы какие-то были ребята, чтобы мы были мотивированы монстров убивать быстро, да, чтобы пробежать и чтобы нас не задавил робот и так далее. Но есть как есть.
как бы ничего страшного, зато это было относительно быстро. Тем не менее, следующий эпизод, который будет за этим, он мой любимый, это такие футуристические города Сириуса. И он очень классный. Я тащусь с этого эпизода, я не знаю почему. Ну и, соответственно, это будет последний эпизод Сириус Сэма. Два. И мы с ним закончим, наконец-таки. Ну а на текущий момент спасибо большое за просмотр и всего доброго.